Запаливаем шашки, фальшфейера и ракеты пускаем. Все приходят, говорят, похуй, блядь, вы самые лучшие. Блядь. За глаза люки мои. Хочешь курнуть, Ваня? Нет. Такого нет. Не, прикольная штука, да? Так смотри. Офигеть. Я думаю, еще здорово есть. Так там, у нас на пароходе вот такие его. Ну, у меня такая на крыльях они. Она как гахнет, так она говорит час. Ну это 10 минут должна гореть. Там уже руки горячие. Так воду ложи я. Она будет в воде гореть. Она должна гореть, положи просто, давай. Да, она будет, будет. Шашка не тухнет. Ну поехали. Классно. Шашка в воде красивый. Тогда надо только от нее отплывать. Ого! Самое главное, что она практически не вонючая. Это не вяжет. Не, это специально там такой дым, чтобы не угореть самому. Фоткай, Ваня, фоткай. Я снимаюсь в это время. Зато мы, нас никто не видит. Так она еще и крутится, такая раскидывает. Видишь, она же себя толкает. Не нахуй, блядь. Прикольно. И дай я нырну, сфоткаешь меня возле тебя? Давай. Сфоткай меня. Да, блядь, я вылез.